Давайте пойдем на терминал М. Конечно, я выберу для себя близко, так как я 35-й левел, кажись. В общем, так, давайте приступим. И вот дедешь тебе лонгшот. Что-то я как-то очкаю. Ах ты ж. Есть. Не дабл, но этого ладно. Кинуть еще гранатку. Убил меня. Черт возьми. Как ты посмел меня вообще тронуть, а? Вот так. Черт возьми. Ах, черт. И закончился раунд. А чего? Я тебя правда сейчас. В принципе, я буду использовать этот. Ла-ла-ла. Вы поняли. Кольтар, чтобы показать его красоту, насколько я смогу, в принципе, ее показать. Вот, зачем пришелся? Привычка. Дурацкая, глупая, противная привычка. Стреляет. So close. Ух, господи, ну где же я стреляю? Ну ладно. Быть.
использование патрона. Вау! Трипл! 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 Первый раз. Господи, почему я промазила, а? Это тупость. Это называется, как рука тупит. Откуда? Мелая моточка. Знаете, вот я слоупок. Почему? Потому что я очень медленная. Реакция все происходящее какая-то замедленная, что ли. Так, выращай. Воу! Какой живучий! Ненавижу его! Ну, господи, вообще, ну, вообще. О, паника, паника. Могла бы лучше. Ух ты ж. Господи, вы же мой тупость какая-то. Всем привет, с вами Вина и Бифи, и сегодня я покажу вам во всей красе контур. Та-бам! Дальше. Так.
люди. Ай! Ну, я так и знала, что меня за это пристрелит. Ух-ух-ух-ух. Заряжаться. Так чувствую, это ко мне когда вышла, да? О, зря я вышла. Нет, не попала. Ну, попала. Классно. Хотя надо было использовать оптику, потому что это какой-то растаска. Ой, господи, где у меня, где у меня? Что-то я офигела вообще. Нет. Вижу. Попала? Я слышу его. Черт, меня убили. Так. Нет. Что-то не понял. Тьфу ты, господи, боже мой. Прям среди меня палили мы. Что-то здесь сопряжется-то. Опустим на ворочку, ворочку, пойдем сюда. Люди! Господи, надеюсь, кого-нибудь это взяли. Ушел. Так, стоп. Хочу проверить, что там такого. Еще его вроде бы. Ага. Так. Так.
ненавижу здесь ходить. Смотрите, какой он жалочий, это падла. Единственный минус Кольтаяра – это его немобильность. В основном, во всем остальном это просто прелесть. Особенно еще, когда вы прокачаете стабилку и... Лучше раздавать говна всем и вся. Вот как я прям сейчас. И, конечно, меня убили. Меня всегда на шторм хватит. Я не знаю, почему это происходит. Ой, у меня прям дрожатки задрожали. Не знаю, что такое дрожатки. Мне обещали внимание. Сейчас снесу какую-то чепуху. Я что, убила? А, да, убила. Все, ок. Так. Кинем вот здесь. Пускай валяется. Ой-ой-ой. Кто? Откуда вы? Куда? Не обращайте внимания на мою криворукость. Такое мне часто бывает. Ой, например, как сейчас. Это все просто пошишь. Короче, я уже заговариваться начинаю. Это все после шторма. Вообще забываю про свои гранаты, которые у меня есть. Почему всегда я убиваю кого-то вот здесь именно? Что особенного здесь-то? Не, ну, это моя криворукость. Обратно таки. Ууу, я на первом месте. Кто бы мог подумать? Так что-то никого... А! Ага, никого. Нет одного. Блин. Что-то здесь никто не хочет ходить. Не нравится, что ли. 30 патрончиков у нас осталось. Ой, господи. Откуда вы? Эй, подожди, подожди, чувак. Сейчас я тебя догоню. Стой! Нет! Мало хп было. Что? Почему? Я увидела его. Я плохо среагировала. А! И раунд закончился. КД. В принципе, хорошая КД. О, конечно, я не очень довольна с собой. Я могу и лучше. В следующий раз выйти что-то намного лучше. Что я вообще несу? Не обращайте внимания, это первое мое такое вот видео. Что я одна, говорю на камеру, рядом нет Ильи, и давайте еще раунд. В общем, так, ребятки, Кольтаяр рулит. Это просто... Нет ничего лучше Кольтаяра. Хотя нет, погодите, есть. Но я не знаю, что. Илья знает. 100%, господи, куда ты от меня бегаешь? Почему ты такая живая? Нет, нет, вы посмотрите. А, ну 10-й. Ну извини, 10-й. Тут такие новые на метку. Ой-о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 й. Страшно, блин. Кто это ушел? Эй! Ты ждал меня, да? А! Откуда вы? Куда? Ой, попробуем, попробуем, попробуем наверх. Сейчас.
он пытается кому-то снять с крыши. Ой, господи, я не знаю, я плохо с крыши лично все как-то могу обозреть, поэтому мне нужен микрофон. И вообще как-то хреново цель. Это же все не важно, правда? Ну вот, короче, кедрит это не мой. Кендрит еще научилась. Как или не лучше, тогда я покажу вам что-нибудь интересное. О, кто-то здесь есть? О, ах ты шестряк такой. Как-то все не складывается мне это здесь. Я стоял в голове. Понял? Он был сбоку. Черт возьми! А! Это же черт виноват! А! Сначала нажимаю кнопку чата и все, там никого нет, что-то я вообще меня покосила. Что тебя снесли? Может пойти на мой любимый стейшн? А? Что скажете? Не знаю, но он, наверное, уже надоело. Воу-воу-воу-воу-воу! Так вот Вика тупит. Господи, боже мой, ты меня напугал, сволочь ты такая. А! Сука, я здесь попала. Что-то я за этим вообще не слежу. Такая, лай-лай-лай. Вау! Так. Куда? Что ты так часто это говорю? Эй-эй-эй-эй! Ой, господи, как смешно. Так, подожди, 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 дай, 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 дай. Ай! Стой! Подожди! Дай я попробую тебя снять. Оу, что ты здесь стал выглядываешь, что на меня? А? Вот, спасибо. Хожу так открыто, ну вообще супер. Ладно. Господи, господи, куда?
ждешь, а? Где? Плохо, Вика, плохо. Ну что, по-моему, да? Уже бомба, да? Почему-то я так и знала, что он меня убьет. Да, у меня уже села камера, как вы видите. Точнее, мне она уже давно села, но я почему-то как-то сообразила только сейчас. Ты меня напугала. О, кто? На! Бари! Ты что? Офигел там, что ли? Ой, вот здесь кем, пускай он здесь валяется. Ну, вы все сами видите. В принципе, так. Ладно, и, пожалуй, на этом все. С вами была Вида Эпик. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте, которая... Ссылочка есть ниже в описании. We'll be right back.